Удача и дружба с нами всегда, богатство и счастье – это наша судьба. И мы величайшие во все времена, и первое место в мире – это наша судьба. Я вас всех приветствую в этом днем, дорогие мои мега-лидеры, триумфаторы, победители, чемпионы. И я хотела бы сейчас задать такой вопрос. Есть ли среди нас новички? Если вы новичок, напишите, пожалуйста, в чате, что да, я новичок. Мне нужно понимать, есть ли у нас сейчас новички. Так, жду, жду, жду. Есть ли у нас новички? Пишите. Отлично, отлично. Новички у нас есть. Приветствуем. Очень-очень рада. Вы, наверное, первый раз попали к нам на такую утреннюю прокачку, утреннюю зарядку смеха. Да, мы сегодня вам подарим одно упражнение. Подарок. О, здорово. Мы приветствуем всех новичков, которые с утра уже с нами. Это так круто, это так классно. Я вам хочу сказать, что, знаете, вы здесь не случайно. Ваша жизнь, она изменится. И тот, кто вас сегодня сюда позвал, этот человек, он просто желает вам добра. Он просто желает вам счастья. Он просто желает, чтобы ваша жизнь, она изменилась. Меня зовут Наталья Ветрова, кто со мной не знаком. Я являюсь суперинтеллект-тренером компании Суперджамп. Да, супертренер компании Суперджамп. Слово супер, знаете, это супер, это лучшее, что есть. Это вот супер, знаете, всегда, когда говорит человек, ты супер, ты класс, супер, супер. Это вот такой кайф, знаете, так класс. Это лучшее, что есть, да, и... Я 8-го ранга в компании, я уже больше года. Пришла я сюда, знаете, для чего? Чтобы изменить свою жизнь, чтобы прокачать себя, чтобы стать лучшим отражением самой себя. Представляете, как это здорово, когда ты приходишь и не идешь куда-то ради того, чтобы только заработать деньги, а идешь ради того, чтобы вложить собственное развитие. И это развитие, самое главное, оно никогда не прекратится. Правда же, мои дорогие? Дорогие, подтвердите в чате, напишите, кто развивается уже. Вот я развиваюсь с 4 января 2022 года. И что я могу сказать? Спустя год я только сейчас начала осознавать многие вещи, которые я не понимала тогда. И я так благодарна тому человеку, кто мне сказал о Суперджамп. И вы знаете, то, что вы сегодня сюда пришли, это не случайно. Почему? Да потому что вы с сегодняшнего дня будете становиться с каждым днем лучше. Лучше и лучше, чем вы были до сегодняшнего дня. Ваша жизнь будет преображаться, потому что вы познаете, знаете, самого себя. Вы примете саму себя. Знаете, очень много проблем у людей из-за чего? Что они не могут принять себя. Знаете, как говорится, возлюби ближнего своего, как самого себя. Если ты себя не любишь, если ты себя не принимаешь, ты не можешь любить ближнего, ты не можешь любить себя. Начните с себя, скажите, я люблю себя, я люблю себя, я благодарю себя. Начните, знаете, день благодарности себя. Не забывайте себя благодарить, не забывайте свою жизнь говорить, что вы лучше, что вы счастливая, что вы радостная, что сегодня самый лучший день. Почему? А потому что то, что ты скажешь, ты и получишь. И вы знаете, вы узнаете 8 секретов миллионера. Вы узнаете 8 жемчужин, которые изменят вашу жизнь. Знаете, это как раковина в море. Когда ее находят, ее нужно открыть, чтобы найти эту жемчужинку. И вы знаете, вот эти жемчужины Владимир Довгань искал более 35 лет. Он работал над ними. Из 300 жемчужин, можно сказать, он, знаете, из 300 разных упражнений, из разных методик, он выбрал 8 самых результативных, самых, знаете, вот которые быстро дают результат, которые человек начинает делать, и жизнь меняется с каждым днем. Вы просто обновляетесь. Знаете, у нас 5 этапов происходит. Первый этап – это обнуление, то, что вы знали, потом обновление, потом идет трансформация, потом приходит осознанность. Это то, что не хватает сейчас людям. Это осознанности, потому что мы живем очень много эмоционально, не думая, что мы
делаем, знаете, мы сначала режем, а потом мы думаем, что же я наделала. А здесь приходит осознанность. И прежде чем подумать, мы думаем. И 7 раз отмерь, и 1 раз отрежь. Вот это наша жизнь. И вы знаете, когда человек приходит в суперджамп, вот я пришла, у меня была депрессия, у меня были проблемы со здоровьем, я потеряла очень много денег в инвестициях, да, у меня были проблемы в отношениях с мужем и с детьми. Но что я хочу сказать? Сейчас, год спустя, да и не только год спустя, а уже на 5-й день, когда я пришла на методику суперджамп, моя жизнь полностью преображаться стала. Моя жизнь изменилась. Когда я встала на 5-й день, у меня депрессия ушла. Мое тело начало обновляться. Мои морщины начали уходить. Мой животик начал подтягиваться. Мои отношения с мужем нормализовались. Да? То есть сейчас у нас гармоничная, счастливая, радостная жизнь. Я могу сказать, что я счастливая мама, счастливая жена, счастливая бабушка, счастливая наставница, спонсор своей команды, потому что у меня лучшая команда в Суперджамп. Номер 1 суперджамп. И знаете, наша миссия, мы живем ради того, чтобы сделать этот мир лучше, чтобы спасти человечество от невежества и от самоуничтожения. Знаете, почему от самоуничтожения? Да потому что каждый человек, он уничтожает сам себя. Как? Своими устами. Мы говорим неправильные вещи в свою жизнь. Ой, что-то я ничего не могу, что-то у меня ничего не получается, что-то кошелек открываю, там денег нет, он пустой. Ой, что-то муж у меня не такой, дети не такие, да, смотрим на себя в зеркало и говорим, ой, как я ужасно выгляжу, и вы знаете, вот именно этим мы уничтожаем себя, но вы знаете, здесь за 8 дней вы получите 8 практических упражнений, 8 интеллект-тренировок. Также вы здесь можете профессию получить номер 1 в мире, которой нету аналогов и нету конкурентов. Наша компания номер 1 в мире. Понимаете? Мы шагаем сейчас такой скоростью, что нас уже не остановишь. Почему? Да потому что каждому человеку нужно что? Счастье. Нужна энергия. Нужна радость. То, что сейчас в мире не хватает. Что нам нужно? Здоровье нам нужно. Нам нужно отношения в семье. Сколько семей восстановились благодаря методике Суперджамп, когда люди пришли? Почему? Да потому что люди перестали уничтожать себя своими словами, своих детей, своих мужей. И начали осознавать, что говорят, понимаете? Начали примиряться к тем, кто были в ссоре, начали изменять свои сердца, работать самим собой, потому что суперджамп – это развитие в длиною в жизнь, которая никогда не остановится. Я сейчас могу сказать, что суперджамп – это моя жизнь. Суперджамп – это то, о чем я не могла даже раньше мечтать. Суперджамп – это суперпрыжок. Куда мы прыгаем? Мы прыгаем внутрь себя. Для чего? Да чтобы найти внутреннее солнце, которое есть в каждом человеке. Вы понимаете? Как Сократ сказал, в каждом человеке есть солнце, нужно только позволить ему светить. И когда ты начинаешь светить, там, где была тьма, приходит свет. Там, где была болезнь, приходит здоровье. Там, где были неправильные отношения, приходит мир, любовь и радость. Мы с вами становимся миротворцами. Знаете, когда у нас, я услышала миссию в Суперджамп, я живу ради того, чтобы сделать этот мир лучше. Знаете, как я сейчас говорю человеку, слушай, ты придешь в Суперджамп, ты получишь мир в сердце, потом мир в своей семье, потом мир в своем окружении, ну и так до краев земли. Ты захочешь быть этим миротворцем, ты будешь тем человеком, который творит мир всегда и везде вокруг себя. Как это здорово, дорогие мои, как это классно, как это приятно, когда тебе люди говорят спасибо, спасибо, что ты мне сказала о методике Суперджамп, я благодарю тебя, что ты меня привел. Некоторые, знаете, как говорят, спасибо, что ты меня затащил. Я даже такое слышала. Некоторых, видно, прям затаскивает. Потому что желают очень помочь. Почему? Да потому что сами прошли, сами получили энергию. Знаете, это вот как мобильный телефон. У нас у всех есть мобильный телефон, правда же? И вот смотрите, когда он разряжается, что происходит? Все, он становится квадрат. Нет, прямоугольник. Прямоугольник черный, которым даже гвоздь не забьешь. Он вот просто нету энергии в телефоне, а в нем столько функций, дорогие мои.
И вот представьте, мы люди с вами то же самое. Мы разряжаемся, можно сказать, из-за чего? Когда приходят проблемы, потери какие-то, стагнация, депрессия, что происходит? Мы теряем вот это внутренний мир, внутреннее состояние. Приходит беспокойство, бессонница, люди не могут спать, пьют таблетки, головные боли, скачет давление, инсульты и все остальное происходит. Из-за чего? Знаете, из-за чего? А потому что мира в сердце нету. Потому что мира и покоя нету в сердце. Сердце постоянно стучит так, как оно не должно стучать. И вот когда вы приходите на Супершанг, это лучшее зарядное устройство для человека. Нас как будто заряжают в розетке, как телефон. И знаете что? Мы начинаем действовать по-другому. Мы энергию внутреннюю получаем. Знаете, как я всегда говорю? Нету энергии, нету счастья. Нету энергии, нету денег. Нету энергии, нету отношений в семье. Нет энергии, нету здоровья. Вы знаете, для всего нужна энергия. Вот машина, она не поедет без бензина. Для машины бензин – это энергия. Вот какая бы крутая машина ни была, самую лучшую последнюю марку возьмите, если вы не зальете туда топливо, которое ей нужно, да, она не двинется с места. Так и мы с вами. Если у нас нет энергии, дорогие мои, мы не можем двигаться, мы не можем быть счастливыми женами, мы не можем быть счастливыми мамами, мы не можем быть счастливыми, мы подходим постоянно несчастье, постоянно мы бурчим, постоянно мы ворчим, постоянно мы пилим мужей, да? Я такой была. Почему я это говорю? Да я такой была. Сейчас я стала другой благодаря методике Суперджамп. И я поняла, что если я изменилась, дорогие мои, каждый человек может измениться. Потому что это работа над собой. Ты работаешь лично, внутри себя, работаешь своими мыслями. У нас здесь есть упражнение «Я хозяин своих мыслей». Вы знаете, я всегда знала, как, что мыслить нехорошо – это плохо, что мысли, они материальны, что какие мысли в голове человека, такой и он. Но вы знаете, я никогда не знала, как остановить свои негативные мысли. И вот здесь, благодаря методике Суперджамп, есть практическое упражнение, как остановить свои негативные мысли. А первое упражнение мы сегодня вам дадим в подарок. И знаете, какое у нас первое упражнение? А первое упражнение у нас 200 смехов. Мы учим людей смеяться. Это так круто. Потому что, когда ты в печали, когда ты вот в унынии, вы знаете, это то, что нас разрушает. Написано, знаете, в Слове Божьем, что унылый дух сушит кости, а веселое сердце, оно врачует. И вот здесь мы учимся с вами быть веселыми, быть жизнерадостными. Энергия приходит из-за того, что ты смотришь на мир с улыбкой. И знаете, улыбка – это самый лучший фитнес для нашего лица. Раньше нам говорили, не смейся, морщины будут. А это глупости. Наоборот, смейтесь много, и морщины все уйдут. А еще, знаете, у нас есть шестое упражнение, и оно называется, знаете как? Техника исполнения желания. Благодаря этому упражнению мы становимся волшебниками. Дорогие мои, здесь действительно происходит волшебство. Когда я пришла на методику Суперджамп, моя жизнь изменилась. Я первый ролик и написала. Волшебство, которое изменило мою жизнь. Так что, дорогие мои, приходите в эту волшебную, сказочную жизнь, которая изменит вас, которая изменит вашу семью, которая изменит ваше окружение, ваше состояние. Деньги начнут приходить на энергию. Здоровье будет восстанавливаться благодаря энергии, которую вы запустите. Понимаете? Все начнет происходить. Вы будете становиться лучше и лучше, моложе и моложе. Ваши клеточки начнут обновляться. Ваши болезни, они просто улетучатся. Они не выдержат вашей энергии. Вот этого счастья и радости. Потому что для болезни нужно уныние. Для болезни нужна депрессия. Тогда тело разрушается. А когда человек радостный, когда он энергичный, болезни не приходят. Болезни убегают от таких людей. Так что, дорогие мои, я очень рада, что вы сегодня здесь пришли. Да? И вы можете приобрести для себя лицензию интеллект-тренера. Это профессия, которая вам на всю жизнь даст рабочее место. Вы знаете, это самая лучшая профессия. Я называю эту профессию фабрику по производству счастливых людей. Представляете, и на этой фабрике никогда не закончатся рабочие места, потому что 8 почти миллиардов людей на Земле, и каждому человеку нужно счастье, каждому человеку нужна энергия, каждому человеку нужно движение вперед, быть радостным, быть счастливым, быть здоровым, быть богатым, уверенным, успешным. И благодаря 8 упражнениям это все
все придет нам в вашу жизнь всего лишь за 8 дней. Мы собираемся в Zoom по часу каждый день, и ваша жизнь будет меняться. Вы будете преображаться, мои дорогие. Вы знаете, мы уже открыли очень много стран. И в Америке, и в Казахстане, и в Киргизии, Монголия, да, Арабские Эмираты, Россия. Это официально открытые уже страны для Суперджам. И скоро откроется еще Евросоюз и многие другие страны. Переведена методика на 26 языков, дорогие мои. О чем это говорит? Что это нужно каждый дом, в каждую семью, в каждый город, в каждую страну для того, чтобы пришел мир. Сначала в сердце человека, а потом и в наше окружение. Знаете, я всегда сейчас говорю, что наше оружие – это любовь. И мы стреляем любовью и преображаем любовью, потому что любовь – это самое большое чувство, которое есть в человеке. И когда ты научишься любить себя, любить своих близких, твоя жизнь обязательно изменится. Так что, дорогие мои, сейчас мы даем вам упражнение, как я обещала, одно в подарок. Это улыбка, это смех. И я сейчас передам этот микрофон нашей королеве, мегалидеру, триумфатору, которая ведет с собой многомиллионную команду, которая является сертифицированным йога-смехом, да, как правильно сказать, которая прошла специальное обучение. Тренером по йоге смеха. А, тренер по йоге смеха, да, которая прошла специальное обучение у Мити Фомина, это амбассадор вообще России по смеху. И вы знаете, она у него прошла обучение, сейчас она нас тренирует на этот смех. И поэтому, Ларисочка, красавица, умница, мегалидер, победитель, чемпион, я передаю этот микрофон тебе. Дай нам, пожалуйста, эту энергию, которую ты заряжаешь. Волшебного утра, друзья! Всем классного настроения! А знаете, позавчера было 28 лет йоги смеха. Представляете, был вот такой вот праздник, было 120 стран. И выступал сам Мадан Катария с супругой. Это основатели йоги смеха. Это движение распространяется больше и больше. И не случайно, потому что йога смеха – это тренировка здоровья. Это тренировка счастья, потому что, оказывается, счастье и радость можно прокачать, представляете? А почему здоровье? Да потому что, когда мы смеемся, у нас работают все мышцы. Это работа как в спортзале. Это настоящая тренировка. Почему йога? Да потому что это про дыхание. Йога, вы знаете все, это дыхательное, прежде всего, упражнение, пранаяма. А здесь соединены дыхательные практики и радость. То есть цель – пробудить ребенка. Будьте как дети, всегда радуйтесь, сказано в Священном Писании. И когда мы смеемся, у нас усиленно работает кровообращение. И кровь, река жизни, она течет и несет кислород ко всем органам, к мозгу, чтобы не было инсульта, к сердцу, чтобы не было инфаркта, чтобы не было деменции, чтобы мы были счастливые, креативные, творческие, зажигательные. Когда мы смеемся, у нас сжигаются лишние калории. Да? Это действительно тренировка, как в спортзале. А что же связано с дыханием? Когда мы делаем вдох согласно правилам, когда мы смеемся, пропеваем звуки, у нас есть специальные правила. И вот мозгу все равно, смеемся мы по-настоящему или специально. В любом случае выделяются гормоны радости. И вот что очень важно. В наше время, когда сейчас очень многие люди пережили, кто-то ковид, кто-то какие-то потери работы, ну, много стрессов различных, да, то как никогда, когда вот эти стрессы, кортизол вырабатывают, как никогда нужно на другие весы положить гормоны радости, эндорфины, серотонины, да, потому что это наше здоровье, потому что это наш эмоциональный интеллект, да, мы учимся, умеем управлять уже своими эмоциями, понимаем эмоции других. А еще это профилактика постковидная, туберкулеза. Все, кто болели там какими-то легочными заболеваниями, очень классно выполняют все эти упражнения. А также йога служит миру во всем мире, потому что йога смеха, она не знает национальных розни, она не знает, не участвует в политике, она, наоборот, объединяет все страны. И когда человек внутри полон радости и счастья, что он может отдавать? То, что у нас внутри, только этим мы можем делиться. Ну и сейчас мы начнем нашу тренировку. И первое, у нас есть правила смеха. А правила смеха таковы. Во-первых, мы одеваем улыбку. Вот взяли, вот так зверёвочки привязали и за ушки, как очки, одели. Все улыбнулись? Улыбнулись. Хорошо, молодцы. Далее, мы смеемся на букву «А».
А это стартовое, и для упражнения лучше всего, потому что мы открываем на полную мощь, вот как кран открываем, и таким водопадом мощным мы смеемся, широко открыв рот, сделайте все, Если у кого-то плохо открывается, давайте помассируем, челюстью подвигаем. Вот эти упражнения певцы выполняют, и ораторы, кто хочет быть спикером. Вот, размяли, все хорошо. Ну-ка, давайте проверим, сколько пальцев помещается. У меня 3. У Нити Ефимова 4. Да, и мы смеемся громко и выдыхаем при этом до конца. Но давайте все начнем по очереди. Для начала мы сделаем вдох и задержим дыхание. И когда мы делаем вдох, у нас животик надувается. Надувается, мы беременем радости. Итак, вдох. Животик надулся, плечи опустите. Опустите грудь, плечи внизу. Держим, держим. Еще раз набираем счастье, радости. Выдыхаем, все не нужно. Ну и последний раз, вдох. Держим. Когда выдыхаем, у нас животик втягивается. Никак не наоборот. То есть вдох, животик надувается, выдох, втягивается. Ну и сейчас по нашим правилам, с улыбкой, громко открыв рот, на букву А мы начинаем смеяться. И помогать нам будут мешочки смеха. И вдох, и... Получается? Включаем звук погромче, рот открываем пошире, и сейчас мы будем смеяться так, чтобы весь воздух вышел до конца, чтобы мы, вот знаете, в конце смеялись беззвучно. Хорошо? Очень важно, потому что, когда мы обычно смеемся, у нас заходит 1 литр кислорода. Но когда мы занимаемся, тренируемся и делаем по правилам, то у нас заходит 4 литра. Представляете, в 4 раза больше. Итак, вдох. И... Видите, вы же не слышали, что я смеюсь, да? Потому что до конца, а воздух, голоса уже нет, а воздух еще есть. Мы до конца, вот как под водой, когда плывем, мы до конца все выдыхаем, потом... и вот тогда и происходит то, что у нас легкие раскрываются, мы много-много кислорода принимаем. Хорошо? И сейчас мы еще добавляем тело в дело. То есть смеемся, вот эти 6 правил, все включаем громко и вдох. Получается? Вы даже будете чувствовать, если правильно делать, будете чувствовать, что какие-то вот изменения, горлышко округляется, голос меняется. Если кому-то хочется в этот момент зевать, хорошо, потому что кислород поступает. Если у кого-то в это время легкое головокружение, аналогично, знаете, как в горах наверху много кислорода, то есть процесс пошел. Если хочется кашлять, это тоже очень классно, потому что будет выходить мокрота, будет выходить все не нужно. Давайте поможем этому. И вдох. И откашляемся. И по тем же правилам голос, переходящий в шепот, да, вот как без зубы дед. Но все равно продолжаем. Еще раз вдох.
То есть дробно на одном выдохе, не перехватывая, а на одном выдохе. И еще раз вдох. О, классно, да? И сейчас мы с вами будем пить коктейль «Радуга». Ларис, включи микрофон. А то я тут у всех включила, чтобы смеялись, и те выключила. А, наоборот, выключила, подожди. Разрешить, вот. Все, всем включила, чтобы все смеялись, слышно было. Итак, берем кубок и наливаем в него радугу здоровья. В другую руку набираем счастье, радость, веселье. И все это между собой начинаем смешивать. И на 4 раза. Тихо, тихо, дальше смотрим на Ларису, слушайте, тихо. Смотрим на Ларису. Смотрим на Ларису, и когда она что-то говорит, мы замолкаем в этот момент. Хорошо, чтобы мы слышали, что она говорит. А так мне придется у всех выключить микрофон. Давайте мне послушать. Слышно плохо, да? Говори, говори, сейчас хорошо, когда ты говоришь. И сейчас мы тянемся, тянемся из дерева, срываем какой-то плод. Срываем, 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 тянемся, тянемся, тянемся. Опа, кокос. И мы начинаем его рубить посредине. И пьем, и мы смеемся. Это смех, и на букву О смеемся, смеха банану. Я же просила слушать, когда Лариса говорит, дорогие мои. Нет, я отключаю, Ларис, звук у всех, подожди, ничего тебя не слышно вообще. Лариса, включи звук. Так, сейчас подожди, сейчас я тебе должна разрешить, сейчас, минутку. Потому что я думала, будет слышно, но все смеются, а тебя не слышно. Все, включайся. Лучше будем так. Он кислый, а? Это на себя, и мы и в кокосе, и во всех этих волшебных плодах, и втираем себя, делаем такой массажик классный. О, это наше тело молодеет, и мы такие становимся моложе, еще красивее. Попростукиваем себя, ножки попростукиваем, животик, попу наказали, ушки потерли. И сейчас мы с вами отправимся гулять. А для того, чтобы пойти гулять, мы выберем себе одежду. И
тянемся, тянемся и одеваем на себя. А это маска печали. Не нужна нам такая маска. Снимаем ее и выкидываем, расстаемся навсегда. Тянемся еще, что ж у нас там еще будет. И надеваем на себя это. Не нужен нам никакой страх. И выбрасываем со смехом. Расстались с печалькой, расстались со страхом. Давайте еще, что еще было в нашем гардеробе, что еще хранили в закрытом шкафу, какие еще скелеты. Надеваем на себя. Злость, гнев. Срываем с себя эту маску и навсегда выкидываем. Еще, еще. И одеваем. А это маска. Ларисочка, тебя плохо слышно, вообще пропадают слова, вообще вот как-то вот, не знаю, ближе к компьютеру, что надо. Я так кричу, мне кажется, я все... Я вот сейчас хорошо слышно, вот далеко, когда ты просто отходишь от компьютера, пропадают слова. Давай. И мы расстались с маской печальки, страха, злости и надели на себя маску радости, маску счастья. И в этом состоянии смеемся и делимся гормонами радости. А сейчас давайте мы с вами вот такую вот считалочку выучим. Это гармонизация правого и левого полушария. У меня есть и музыка, однако я не знаю, услышите вы или нет. Но давайте пока движение, смотрите. И можете учить это со своими детками, внуками, бабушками, дедушками. И сами выучите. Соку-соку, бачи-бачи. Соку-соку, вира-вира. Теперь по разу. Соку-бачи, соку-вира, соку-бачи-вира. Еще раз, медленно пока, по два раза кулачки. Соку, соку, хлопки, бачи, бачи. Соку, соку, вира, вира, плечи. Теперь по разу. Соку, бачи, соку, бачи, вира. Чуть-чуть быстрее. Соку, соку, бачи, бачи. Соку, соку, вира, вира. Соку, бачи, соку, вира. Соку, бачи, вира. Получается? Попробуем под музыку? Или не будет еще слышно? Включи, посмотрим. Так. Так, она у меня. Так, ладно, давайте пока без музыки. Просто пусть это будет домашнее задание. Хорошо? А вообще вот музыку слышно или нет? Вот я сейчас вам... Не слышно музыки. Слышно или нет? Весь покрытый зеленью. А, вот чуть-чуть слышно, да, весь покрытый зеленью. Но не очень, да? Ладно, давайте еще раз. Попробуем сегодня без музыки. И соку-соку, бачи-бачи, соку-соку, вира-вира, соку-бачи, соку-вира, соку-бачи-вира. И вот ваше будет домашнее задание – это выучить, чтобы начинайте медленно, много раз медленно. А потом это будет соку-соку, бачи-бачи, соку-соку, вира-вира, соку-бачи, соку-вира, соку-бачи-вира. Хорошо? Вот это будет вам домашнее задание. Хорошо.
И сейчас мы с вами пропиваем звуки и делаем вдох, животик набираем. Глазки можно закрыть. А. А. И помним правило, что когда нет звука, мы продолжаем выдыхать все равно, беззвучно, не перехватывая воздух. Все это на одном выдохе. О, вдох. О. Можно концентрацию на межброви. А, О, У. Вдох. Животик набираем. Когда выдыхаем, помните, пупочек позвоночек прилипает. И приготовились. И теперь будем петь эти звуки А, О, У и М добавлять. Лучше стоя, кто может. Я просто ближе сижу, чтобы вам лучше было слышно. И вдох. Когда М... Губки расслаблены, и здесь должно быть шикотно вокруг губок. Так, еще раз давайте. Вдох. И все звуки мы не забываем, что мы все равно поем на улыбке. Хорошо? Фейсбилдинг. А, О, У, Э. Вдох. Выдыхаем. Выдыхаем, выдыхаем. Хорошо. Звук И. Ну давайте мы споем мы, положим друг другу руки на плечи, да? Передадим друг другу радость, любовь и скажем, что мы дружная команда. Кто дружная команда? И мы споем мы, хорошо? Кто дружная команда? Вдох. Мы. И кто молодец, кто победитель, триумфатор, кто лидер, кто мегаисторический герой. И сейчас поем я, вдох, я. Продолжаем, продолжаем. Полный, полный выдох. А, молодцы. И сейчас во имя мира во всем мире мы споем букву Я и потом будем смеяться. И приготовились, и всему миру послали все самое доброе, радостное, счастье. Миру мир, вдох. И Я.
Все, что мы пели, приготовили. Можно микрофон включить. Борис, включи себе микрофон. И, дорогие друзья, благодарю всех, кто сегодня был с нами в этот прекрасный, чудесный день. Всем отличного настроения. Всех обнимаю. До новых встреч. Благодарю. И хочу сказать, те, кто первый раз к нам попал, вы хотели бы, наверное, узнать, как же дальше, что у нас дальше происходит, а чтобы дальше попасть к нам на тренировки, вам нужно обратиться к тому, кто вас пригласил, и записаться на эти тренировки. Знаете, это интеллект-тренировки. Есть фитнес-тренировки, они качают наше тело, да? А есть интеллект-тренировки, они качают наше мышление, дорогие мои. Что происходит? Когда человек приходит с маленьким вот таким мышлением на суперджам, то в конце тренировки у него становится огромное масштабное мышление. Он думает о себе правильно, хорошо. И знаете, все начинается с нашего мышления. Я всегда говорю, миллионерами не рождаются, миллионерами становятся, ими становятся в голове. И если ты хочешь изменить свою жизнь, стать счастливым, здоровым, богатым, уверенным, успешным, то тебе нужно записаться на наши интеллект-тренировки. Мы тебя ждем в нашей команде, приходи обязательно. Итак, удача и дружба с нами всегда, богатство и счастье – это наша судьба.